мой город тут моря. Приветствую вас, дорогие зрители. Продолжаем мы с вами ловить членистоногих друзей наших. Сегодня будем ловить травянистого краба. Травянистый краб — это такая рыбка. Ну, в игре она называется рыбка. На самом деле это членистоногие. Смотрите, смотрим, сколько стоит у нас вип-краб и почему. Точнее, вип-краб. Сколько стоит сначала краб. Вот сразу все секреты открыл. Травяной краб. Ищем травяной краб. Вот он. Смотрите, вот эти вот парни. Ну, даже можно их имена запомнить. Это кидалы, сразу вам говорю. Почему? Потому что краба продают только с одной целью. Из него делают вип-краб. То есть вип-краб — это блесна. Очень хорошая блесна, на которой идет очень много различной рыбы. Начиная от чавычи, кончая акул. И смотрите, видите, они вот 700, 500, 600 грамм. На самом деле, для того, чтобы сделать вип-краб, нужен крабик весом кило 100 минимум и выше. И продать его можно будет даже не за 100 тысяч, а ну даже за 200, за 300 тысяч можно будет продать. Почему? Потому что сама наживка, сама приманка стоит, смотрите, вип-краб, стоит вот, ну, 600 тысяч примерно стоит. Ну, 500 тысяч, ладно, вип-краб стоит. То есть вы понимаете, да, сколько стоит сам этот крабик. Но крабик ловится очень редко. Это прям настолько редко рыба, что, я не знаю, прям аж нервничать начал, когда его пытался разловить. Ловится он у нас на подёнку. Как я обнаружил, что на подёнку ловится? Сначала я ловил его здесь на куски рыбы. Ну, думаю, краб должен на куски идти, да? Как нормальный, умный, здравый краб. Но почему-то здравости у нашего краба маловато. Он решил у нас ловиться именно на подёнку. Не знаю, в чем причина, но этот краб ловится на подёнку. Чё-то я сюда кинул. Как я искал его? Раскидал по всем ямкам сначала подёнку, смотрел, где начнет он клевать. Потом понял, что это бесполезное дело, и уже по 3 уды сразу кидал в каждую ямку. И просидел здесь, наверное, 3 дня реала, чтобы найти... Во-первых, нужно было определиться, на какую вообще он наживку пойдет. Потому что когда был классический квест, некоторые ребята прям подряд его таскали. Думаю, что такое, у всех ловится там за полдня один крабик вылазит травяной. А эти прям подряд могут 4-3 штуки доставить. Думаю, что такое. И вижу, что остальные тоже ловят простых раков, значит, они рыбачат на куски рыбы. Значит, нужно менять наживку. Менял наживки, в итоге остановился на подёнке. И на самом деле лучше всего у меня пошло на раковую шейку. Сейчас одну заряжу на раковую шейку, не знаю, клюнет или нет. На раковую шейку идет в основном зачет. Мало того, что зачет идет именно за 100, за кило 100. Если идет за кило 100, значит, из него можно делать уже вип-краб. Что еще? Ну, это обычный краб, можно из него делать крабовое мясо. Продавать его не стоит, он стоит дешево, имею в виду в простой ресторан. А вот через барык можете немножко подзаработать, если найдете свою ямку. На другом аккаунте у меня ямочка очень хорошо разловилась. Вот эта ямка 3.24. Она прям вообще дает очень хорошо. Где-то 6 крабов дает за сутки. На своем аккаунте, на основном, на вот этом карасли, я не смог найти эту ямку хорошую. У меня дает где-то 2-3 краба максимум за сутки. Ну, представьте себе еще, сколько сидеть придется времени. Поэтому я вам просто показал место, показал, на что ловится на подёнку. И момент такой. Здесь же, на этой локации, ловятся и греческие сосуды, и солнечник. Это я вам говорю все самое интересное. Рапана, потом длиннопалы, травяной краб и может попасться еще пятнистый краб. В чем интерес этих особей, этих рыб? Длиннопалы вместе с устрицей идет на блесну перл, вип-перл. Потом рапаны идет на блюсенсор. Потом что еще? Ну вот травяной, понятно, на вип-краб идет. Греческие сосуды нужны, чтобы закрыть квест. Я вот пока здесь сидел, в этой ямке закинул сюда на раковую шейку.
И у меня что-то совсем перестало клевать. И полсуток, наверное, либо сутки я просидел впустую. Прям вообще ни одной поклевки. Но было две поклевки, которые были греческие сосуды. Вот, видите. Греческие сосуды, 3 из 7. Одну я поймал еще давным-давно, приезжал сюда. И уже даже не помню, где поймал первый сосуд. А остальные два вот здесь вот поймал на простые. Вот, как бы, 390 килограмм фишмастер Blackline. То есть на простые удочки можно вытащить здесь, по крайней мере, два сосуда. А чем интересен солнечник? Солнечник обыкновенный — это рыба, которая редко ловится тоже. Но у меня на втором аккаунте в одной ямке и солнечник, и краб. Поэтому на том аккаунте прям благодать рыбачить. Я, наверное, с того аккаунта уже буду крабов раскидывать по другим аккаунтам. Смотрите, в чем интерес. Я ловлю сразу крабов. Это один краб, вы понимаете, да, почти 500 000. Если делать блесну. И тут же ловится солнечник. Вот я поймал на 4 килограмма солнечника. На донку мне дали 30 с лишним тысяч опыта. На донку. Понятно, на поплывок было бы где-то 60, может, 50 тысяч. На спиннинг еще того более. Потом, когда продал его, мне дали за него 300 тысяч, кажется, да. 300 тысяч дали денег. Вот травяные крабы, видите, они идут в этой ямке. И ничего не перебивает, спокойно. Ямка должна быть та, в которой ничего не перебивает. И идет спокойно краб. Короче говоря, рыбачить здесь, ну, очень-очень выгодно на этой локации. Я поймал не на этом аккаунте, на другом, с той ямки, которую нашел. Здесь она по-любому есть, просто ее надо найти. Ну, не могу я ее найти, я не знаю, это склон или еще что-то. 3 дня реала просидел, вот только эту смог немножко, как бы... Не то чтобы разловить, но только ее смог найти, так скажем. В ней рыбачу, потому что, ну, хотя бы 2-3 дает за сутки, уже радуюсь. Что я вам рассказывал? Про солнечника. На том аккаунте смог поймать троих или... троих смог поймать. Один весил солнечник килограмм, один 3 килограмма, один 4 килограмма за сутки. И это почти 1 000 000 был. Ну и помимо этого там еще всякой рыбы наловил. Представьте себе, вы посидели здесь, 87 тысяч отдали, особо не паритесь, закинули на подъемку, и у вас ловится этот солнечник, который стоит денег, ого-го. Почти 1 000 000 можно поднять, помимо крабов. Так, ребят, не будем здесь, наверное, засиживаться мы с вами. Понятное дело, что крабы идут под вечер. Это не краб. Что ты тут делаешь, девочка? Густера. Под вечер пойдут они, где-то с 22 до 23 ловится. Интересно, да, вот такой вот маленький промежуток времени. И могут 2-3 зачета сразу раз попасться, и все. Все остальное время можете сидеть, ловить каких-нибудь других крабиков или раков. Сейчас покажу вам, сколько я наловил на этом аккаунте. Вот, смотрите, травяной краб. Больше, чем 100 кило. У меня их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук уже есть. То есть 9 бетин я могу сделать. Для тех, кто хочет зарабатывать, наверное, либо просто кто ищет для себя этого краба, кто ищет его для квеста, все виды, без проблем, вот заходите на чудный Днепр. Чуден Днепр. Вьюн, да что такое? Рыба с озера ко мне сюда пришла. Ну, в принципе, похоже на озеро. Может, где-то соединяется с локацией под сенью плена. Так, о чем это я? А, о том, что вы приехали сюда, накидали по всем ямкам. И ждете, где начал он расклевывать хорошо. Туда все 3 закинули. Сразу говорю, клюет очень редко, поэтому хотя бы часа 4-5 даже надо посидеть в одной ямке. Даже может и больше, потому что у меня иногда бывает вообще полдня нет клева, а потом быстренько-быстренько там 2-3 даст таких крабов, чтобы можно сделать из них блесну, то есть блесновых, блеснявых, как сказать. Короче, неважно, крабов на блесну. Так, смотрим. 100 грамм. Ну вот, видите, крабы идут стабильно. Зашли ребята на квест, я смотрю, они тащат травяной, травяной, травяной. Думаю, да что такое, у всех 1 в сутки, 2 в сутки, 3 в сутки. А эти подряд могут таскать. Вот, вот так вот примерно, как я сейчас. Был очень злой, спрашивал у них, они не отвечали. И вот потратил несколько дней реала для того, чтобы понять, как же ловится данный зверь. И смог, осилил.
эту задачку. Все, ребят, травяной краб ловится у нас на чудном Днепре, на расчудеснейшем Днепре, ловится на поденку и на раковую шейку, ловится со дна. Ямку ищите свою сами. В ямке не должно вам ничего не мешать, кроме чего-то полезного, потому что там клюет либо солнечник. Вот у меня еще где-то здесь солнечник хорошо пошел. Сейчас покажу. Где-то тут есть ямки. Вот, вот, назад. Вот в этой ямке у меня тоже солнечник. Но здесь синежаберный. Он не очень хороший, за него мало чего дают, поэтому не ловлю его там. Все. Больше мне вам сказать нечего. Сосуды здесь есть. Рапана здесь есть, синежаберный здесь есть, солнечный тоже есть, потом длиннопалый, пятнистый, здесь много чего есть. Это, наверное, самая интересная локация, на которой я сидел на Днепре. Лучше просто не придумать. Даже гефаль лабан здесь ловился у меня. И даже кумжа ловилась. Короче, здесь есть все. Приезжайте здесь и вот эту вот локацию как-то облавливайте всеми наживками, всякими спиннингами, всем, что есть, пытайтесь обловить. И заработайте здесь кучу денег. Ну все. На этом будем с вами прощаться. Вот вам хорошая рыбка. Приезжайте, ловите. С вами был канал Русская Рыбалка 3. Пока.